Всем привет! Давно ничего не выкладывал, на улице зима, до мотосезона еще далеко. Так что посмотрим интересных мотоциклистов, которых я встретил в прошлом сезоне. Будет интересно, смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Итак, первая интересная пара. Почему? Да зачем? Реклама будет по телевизору. Да. Ну расскажите, вы как вы на нем катаетесь? Да отлично. Без него не можем. Когда молодые, как говорится, в своем доме жили, да, везде ездили. Если бы можно было, как говорится, туалет поехали, на нем бы просто подъехали. Серьезно. Мы без него вообще. Зовут вас? Геннадий. Как? Геннадий Шатрин. Какого он? 80? 86-го. 86-го года. Один владелец в одних руках. Покупался новым. У него... Сейчас. Запуск с кикстартер, да? А такой или тоже есть аккумулятор у него? Да, аккумулятор. Нормально, тянет. Да. Подтекает что-то на руку. Да, вот я тоже смотрю, подтекает там что-то. Да. Российский номер поменял. Я был российский. Два раза ремонт делал. Два раза? Сам с России. Ну, давно приехали сюда, да, уже? 50 лет. Беременна только сзади, коляски нет. Коляски нет, да? Нет, я что-то коляски не люблю. Даже беременна. Дважды была беременна и постоянно. А дети катаются сейчас, нет? Ну, одна это самая далеко. Катались и на море, и куда мы только не ездили. Это вообще. Семейный мотоцикл, да, достойный. Да. Полную коляску нагрузим и палаткой, все, и это самое, поехали. Путешествовали тоже, да? Да, так что. Ну, всех благ вам. Спасибо вам. Здоровья. Спасибо вам также. Да, это вообще наш конек-горбунек. Алло. Всем надо машину. Ну что, надеюсь, все согласятся, что это заслуживает лайка, что это интересная пара. Дай бог нам всем встретить свою двойку и катать до победы. Всем благ, подписывайтесь, ровных дорог, ни гвоздя, ни... Всем ровных дорог, долгих сезонов и полных баков.
До новых встреч!